Волшебный керченский рынок. А вот и персики первые. 150. И слива 80. А, вот. А это что, тоже? Это персики 180. Быстрый как-то персик. Да, это уже. Кукурузу 4 штуки 100 рублей. Брынза 500 рублей. Творог 200. Сметана 150 за 250 грамм. Почем такие, красавцы? 7. Это той терьер. Той терьер сколько? 7. 7 тысяч, а? Да. И сколько ему? Больше месяца. А, больше месяца? У родителей до 3 килограмм. А родословная? Родословная у родителей есть, а на них ничего. Ну, понятно. Ясно, спасибо. Ягода всякая. 400 рублей килограмм. Все местные? 650. А откуда? А? Багерова. А, Багерова? Нет, малина. Малинка сорта разная. Это просто садовая, это ремонтанта. Вот это ремонтанта 500 рублей, которая, да? А это простая садовая 450. Персики 120. 3 штуки на 100 рублей, там было 4. 3 штуки на 100 рублей, да. Пойдем. Вот здесь, 1984 год постройки. Лепешки. А шея почем? 550. А почечными мяко? 400 за килограмм. Прямо домашние? Да, понятно. 400 за килограмм. Ведь тут глаза разбегаются, не знаешь, что взять. Во, телятина, баранина, интересно, есть барашка, если приготовить? Ну, барашка можно взять. Телятина. Телятинка, да? А почем телятинка? Смотря что. Смотря что. Ну, на кости вот мякоть сколько будет? Мякоти нету. Ну, нет, вот, это. С косточкой я и говорю. 650 рублей. Сколько? 650. 650. А. Вот, да, это свинина, вот, наверх. Свинина, ребята, вытирайте. Почечная, лопатка, сало 200 рублей. Бля, сало, мясо, выбирайте домашнее. Баранина, а, вот. А баранина, да, у вас есть? Или нет уже? А? Спиной стоит, вы видите? А, там, с той стороны. Ага, спасибо. Это какая-то требуха, что ли? А, щеки? Ну, давай потом зайдем за... Бараненка шикарнейшая. А она в как все 650, да? 650 рублей. Вот это 850. 800. Такие пистолетики, я например. Ага. Так, ну потом мы зайдем, сейчас нам таскаться с ней пожарим. Давай. Мы купим обязательно. Вот и специи всякие, изюм. Не хочешь ничего? Может, нет. Финики так. Какие? Ну ладно, если не хочешь, пойдем тогда. Хочу. Колбаса. Есть сосиски халяль. А, ну это только марка. А это у вас... Это союзная, есть у наших друзей. А, это колбаса, да? Да. А, я что-то не понял, думаю, какая-то обертка какая-то висит. Она идет в обертке. А она из чего? Ну, нет, я понял, мясо какого? Свинина с говядиной. А, свинина с говядиной. У вас какое мясо? Состав больше интересует, а мясо как бы это. Эксклюзив это не по-московски. А, филе куриной грудки, понятно. Говядина не. Когда категория филе... А, тем не менее. Да, категория А. Штык криптовой. Понятно, спасибо. Все можно попробовать. Сервелат что-то не очень. Спасибо. Ладно, сейчас мы посмотрим. А баранина почем? 700. 700-950. Да, на что хотите? А нам надо вот прям пожарить хотим с луком, с помидором.
Здесь простые, не жирные, но сухие очень. Вот это вот корышка 700. А это вот а это 950. А там получается косточка и мяско, да? Вы отрежете, да, отрубите? Да, сколько надо. Ага, ну мы когда идем? Сейчас мы попозже. Сейчас это еще хотим кое-что, чтобы... Немножко мяска для животных, я бы большой. А, это для животных? Да, здесь для мяска немножко, мякотка. Это тоже для животных? Да. И куры 238. Охорок. Заветренный там, да? Все, вот все-таки должно быть в холоде. Это не... Да, когда лежит в этом... Мы смотрим, пока выбираем. Какие, смотри, огромные куры. Да, желтенькие. Охорок, сына. Свиной язык. Сколько сала? Сало очень вкусное, выбирать. А вот это почем? 280, такое 350. 130. А это 130, видишь, да, просто там цены нет, я думал, сказать, спросить. Ну, мало нет, вот это показалось. Ага, ладно. Да, тут все в холодильнике, куры вот. А, утенок. Ну, вот, готовые, смотри, можно купить. Да. Что. Ну, мы курочку купили, приготовим курочку на вечер. А, ну, либо да. Барашка мы купим, вот. Да, баранина. Да, давай барашку сделаем. Давайте. Вот смотри. В очередь прям да. Стоит, их по-тарейски колбасы, да. Любишь народ. А стоит? Значит. Да. Вот, сосиски тоже. Наверное, да. Набор для солянки, смотри, можно купить, сделать. Всякая, ну, тут типа, всякая обрез. Колбаска, да. Спасибо тебе, моя девочка. Да. 460 рублей. Прям очередь к вам стоит. Такие вкусные колбасы, их татарийские. Вы сами не пробовали, да? На 286, а что? Ну что, московская, вон 790, краковская 735. Огромный такой он, Усман. Да, да. А есть краковская 650. Почему-то, видишь, отличается немножко. Ну такие толстенные, смотри, колбасы. Ну, да. А вот здесь мы покупали выпечку, помнишь тогда, в том году? Тут неплохая была, вот трубочки, смотри, очень хорошие, за 30 рублей. Ну, они были так, конечно. Да? А, мы брали? Да. Я уж не помню, я помню, что что-то покупали. А что? А, вот мне кажется, ты такой вот брала, да? Мы брали трубочки. А, только трубочки. Да, такой мы не брали. Ну ладно, пойдем. Сулугуни, а он соленый, вот этот вот, который? Какой? Вот сулугуни, да, да. На... Нет, вы просто скажите. Да, на ваш. Нет, вы просто скажите, солоноват на ваш вкус. На мой вкус? Нормальный. Ну, средний, короче, вообще. Средний, такой. Да. Ага. Домашний сулугуни, вот смотри, такой. И... А вот сулугуни домашний сет тоже. Ну, ты вот любишь, может, есть. Я хочешь? Это достаточно менее соленый, чем копченый. Вот, хочешь себе на пробу? А вы вот этот прям куском или отрезаете вот этот? Можем отрезать. Можно, то есть, если на пробу взять? Домашний сыр. Да, ты же любишь сыры, вот если... Можно, да, нам, наверное... А что, мы сейчас тогда возьмем? Мы еще куда будем заходить? Ну, давай на обратном пути мы зайдем и возьмем, а то сейчас, чтобы не пропало. Да. Хорошо, мы сейчас к вам зайдем попозже. А тут что-то закрыто. В том году был открыт, помнишь, продавали всякие очки и все прочее. Что-то пить хочу, может быть, да? Да? Средний стаканчик за 50 рублей. Давай. Маленький стакан 35 больше. А большой Дима. Стакан сколько? 300 миллилитров? Большой вот он. Дай большой мне стаканчик. Давай. Миш, ты будешь квас? Хоть пресс. А вот этот? А, казан. Казан, как это называется? Ну, типа какой-то там. Спецодежды всякую полную. Ух ты, сколько много. Комбинезоны. Куртка? Так ничего, вроде. Ой, под ткань. Хороший. Рабочая одежда всякая. Ну да, спецодежда, назовем так. Ага. Вот какие-то кожаные штаны. Поношенные, потертые. Ну да, ну продают, наверное. Это, наверное, для байкеров какие-то? Это уже, наверное, типа комиссионка тут.
Наверное, хотя. Светотехники всякое море. Провода. Для байкеров у вас все, да? Для мопедов. Мопедов Турушлим. Такой интересный, просто я подумал для этого. Газон косилка. Защитный. Я поняла. Понравилось. Любимый рыбный корпус. Сразу сходу тут. Рыбы сколько? Скумбрия. Черноморская? Кто? Скумбрия. Нету? И, а что, она бывает черноморская? Говорят, плавает. Плавает. Мелкая? Да нее не бывает скумбрия. Ставрида, да, другое дело, но не скумбрия. Ласточка. Сарман. Кефаль. Это ставрида. А, вот это, да, ставрида. Это копченый у вас, да? А? А, это провесная. Все, я понял. Просто я смотрю, не я имею в виду не мороженое, не свето, не свежее. Нет, нет. Сарган 50. А, это пеленгас у вас. Это кефаль. Ну. А, лобан? Или это кто? Лобани от кефаль осталось. А. Учите, по 300 рублей отдам. Штука, да? Да. А лобань? Лобань 450 по 400, нафиг. Заберите. Не, пока не буду. Некуда положить. Попозже. Любой момент. Судак. А, вот и смотри. Комедия свет. Выбирайте, пожалуйста. Если хотите, парочка 250 вам будет. Парочка 350. Три возьмете на 500. Эту дам по 250. Самую большую. Выбирайте, я вам хорошую дам. А мидия у вас 300 рублей, да? 300 рублей, да. Это за, а сколько будет за килограмм? 300 рублей. А полкило 300 рублей. Я понял. А ставриды? А? Ставрида нету? Нет. У нас просили ставриду купить, а что-то нигде найти не можем. Мидия 300, рапан 700. Это за килограмм? А, ну да, 1 килограмм написано. Да, берите такой рапан хороший. Да, судак 800 рублей, тарань 800. А это что, смотри, это пожелтел что ли? 250 этот лобан. А это он что, провесной тип у них так называется, 350, да? Я не знаю, что это такое. Ну это или пеленгас, или лобан, я просто не пойму. Похож на лобана. Это 350. Каждый штучка? Да, а та 250, 350. Это копченый, это вяленый? А, копченый вяленый. Бычок 450, смотри. Это 350, 350. Да. О, живая устрица. Огонь. И колкан. Огонь прям? Да, он прям с лимончиком на месте. А сколько одна штука стоит? 100 рублей. 100 рублей. А, ну, вот, стандартная цена. Более-менее. Мы здесь и покупали, да, помнишь, вот, смотри, колкан висит копченый, сушеный. Не хотите устриц попробовать? Может, по устрице? Махнем? Пока тут. Не сарганчик. Мужчина так, у него все, смотри, аккуратненько, мне нравится. Мойва, тюлька, хамса. О, хамса. Холодного копчения, смотри. Может, хамсы? Местные, типа, говорят, жирные, вкусные. Я прям не знаю, прям грамм 200, может, типа, попробовать. Барабули, свежемороженые, рапаны. Рыбные консервы. Привет, их выращивают, получается, где, правильно? Нет, это дикая устрица. Дикая даже? Да. А где же ракушка, а где же ее добывают? Ну, здесь в проливе, пацаны умирают.
И там такая чистая. Я просто в этом, в Азовском море плавал, там, ну, не устриц, конечно, а мидии смотрел, они все грязные. Ну, их потом промывают. Чистые, да? А. Так, раз что-то не глотать и прожевывать, раз. А, прожевать? Да. Завтра, завтра, давай. Оп. Жевать? Или уже проглотили? Нет, жую. Я поэтому спрашиваю, жевать? Хорошо. Ну как, вкусно? Мы еще одну возьмем. Ну, один. 250 рублей килограмм. А где же он в морской скатке? Ну, наверх. А, ну вот, 300 рублей азовка. Слушай, а вот может... А камбала, наверное, как камбала. Помнишь, у нас продается копченая? Да, она обычная. Она обычная, но это азовка. Она чуть-чуть, видишь, тоже такая шероховатость, как калкан, только гораздо меньше. А это этот, как он? Бумер. Как? Бумер. Бумер? Да, или батерфляйщик. А скат у вас крупный? Здесь побольше, есть поменьше. Ну, замороженный. А, замороженный. Конечно. Есть до килограмма, есть после килограмма. Ну, ну вот такого прям чуть-чуть поменьше, вот так, и вот так. Нет, это между глаз. Вот. Это между глаз у него. Показал. Ну, о, таранка икриная. 700 рублей. А тарань откуда, интересно? Или, ну, смотри, какой интересный. Свежий прям, да, наверное, вот так выглядит, такой воздушный. 600 рублей одна штука, да? То куда нам его положить такого огромного? Ну, да. Икру, если, ну, икра, опять же, не знаю. А, вот, смотри, тут эти есть мидии. 300 рублей, да? Это 150. Это 150. Поменьше. А это устрица, да? Это устрица 150 штук. Устрица 150. Рать есть еще. Так, ну, пойдем посмотрим, тогда, может, вернем. А, это... они все, то есть, просто крупнее и мельче, да? Все они с пролива? Да, это наш азовский. А, пеленгас. А пеленгас тоже азовский? Тоже азовский. Крупный, хороший. Вот скат. 250 рублей. А вот камбала азовка. А азовка почем у вас? Ну, 450. А, вот, 450. А калкан только замороженный, да? 800 рублей. Алло. А это лобан? Это лобань. Лобань. А она почем? 450. 400. А просто помельче, что ли? Да, да, это помельче. А этот размороженный или свежий? Азовка. Там было? Да. Азовка все замороженная. Смотрите, с первой заморозка. А. Ну, у вас же вам 1 мая запрет, да? Вот и я, она с 1 мая. Я поэтому... Правда. Мы у вас были, брали год назад. Спасибо. Бычок 200 рублей замороженный. А вот и креветки, смотри. 800 рублей килограмм. Мидия. Да, это вот, это я все это чистил. Это все остатки, да? Вот, сейчас еще будет, сейчас. Через сколько? Минут 40. О, 40. Да, ну вот. А чего, мало? Вам много надо? Да нет. А вот здесь... она вот такая, полная, набитая, мидия. Ну, в том году у вас брали, мы как бы знаем, да. Да, неплохая, но... была небольшая, но было много мяса, да. Да. Тоже мидия. 300 рублей. Это у нас стол для фотосессии. Ой, это фарфор. Форель 900. Лобань, свежая лобань. На килограмм 7-8 штук. А, ну это типа сорти. Вот, смотри. Ну это вот это створка. А на створке, смотри, состав. Гребешок, креветка, мидии, кальмар. И в духовку, типа, чпых и все. Ну, понятно. Вот краб волосатик, который мы на ели. На килограмм 7-8 штук выходит. Да. Краб волосатик. Это одна штука 1500 рублей. Угу. Да, мы пробовали такого, да. А да. Это килограмм 3000. А мы только... Ну, вот две ножки, полкилограмма. А это именно, получается, у нас Камчатский. А мы стригуна ели, понятно. Ну, по 4 того. Штуки где-то выходит, где-то 800 грамм. Ну, понятно, почти 3000. Икра 5-500 килограмм. Нравится ваш рынок очень. Любят? Да. Такого нет нигде. Раки имеются в наличии. Живые. А, 2,5. Ух ты. Где туда? Кисель будете? Пеленгас. А. Давай еще. Прям живые.
Так, ну что, мы креветок возьмем чуть-чуть, поэтому, да? И миди. Миди у вас там, по-моему, были, да? Раки вам можно. Если что, а так не уходи. Раков, спасибо, нет, что-то как-то... Вот лучше креветок. Миди у меня хорошего, осталось полное. Возьмите, вся тяжелая. Сколько возьмешь? Ну, здесь этот, сколько? Нам килограмм, наверное, не больше, не да? Не больше, да. Я думаю, так. А что, в море шторм сейчас? Ну, да. А когда успокоится, неизвестно. А то мы хотели съездить что? На море. Вечером. К вечеру, да? А? Это не заберите. Ну, нам готовить просто негде особо. Ну, да. Да, давай. Ну, давай заберем. Спасибо. А можно два пакета, а то сейчас стоит против. Я вам сейчас заверну. Ну и котлетка. 250 комбала за штучку, наверное. 150. Вкусная? Я не ела. Нет? Я только свежую ела большую. Смотрите, ассортимент. Вот, пожалуйста. Краночка хорошая, икриная. Вот, пожалуйста. Копченый сарганчик. Какая икриная, вы говорите? Вот такая икриная. Тарань. Да. Это у нас с этого? С Каспия? Нет, почему? Местная? Нет, она здесь не ловится. Это привезенная с Кубани. Это с моря привезенная. Кубанская. Ну, Кубань. Море как это? Конечно, Азовское море. Азовское. Приморско-Ахтарский. Есть. Все побережье перед Темрюком. Пожалуйста. Вот вам, смотрите, 500 рублей, 10 штук. Хотите? Вот, если хотите попробовать, вот у меня есть на 250 рублей. Давайте возьмем. 250. Давайте. Может быть, десяточек вам не надо. Может быть, мы возьмете попробуем. Десяточек бычков. Мы попробуем сейчас эту таранку. Сарганчика возьмите. Сарганчика взяли уже. Уже взяли, да? Может чуть-чуть что-то... мы до вас не дошли, взяли вот, да, может другом. Быть, вот такую вот этот самый мы пробовали, брали. Пробовали, брали уже, да? Да. А что еще хотели? Может, кефалечку вам предложить? Может, лобанчика вам вот такого предложить сухенького? Вот смотрите, давайте 350 за 300. Не, можно я посмотрю вот это? Да, конечно. Конечно, смотрите, есть по суше, есть помягче. Вот такие по 250 рублей. Нет, мы пока давайте возьмем вот тараночки, хорошо, а потом мы, если что, заскочим завтрак. Да, 250, пожалуйста, бычка. Возьмите бычочка, хороший бычочек. Хороший? Конечно, вкусный, гляньте какой. Гляньте, он аж весь, гляньте, горит. Ну а чего вы, смотрите, я вам серьезно говорю, возьмите. Я предлагаю вам, чтобы вы еще завтра вернулись. Давайте 400, вот, давай, на пробу вот одного. 450 рублей, да. Да. 450 рублей. Вы говорят, мне тоже надо туда-сюда, потом не захотел, сейчас пришла работать. Я на них работаю. Шо? Здравствуйте, москвичи любимые, да? Ну вот моцарелла есть. Слушай, у вас килограмм. Студент, как дела? Какой-то творожный выглядит. Если я приеду, меня так. Встретишь? Порог, сметанка. Домашняя, да? Да, да, что вам надо? Мы пока смотрим, думаем сейчас. Слушайте, может... вот полкило осталось 600 грамм. Попробуйте. Очень нет. Вкусно, свежий творог. Нет. Молоко? А почем молоко у вас? 80 рублей литр. Литр. Наливать? Не, пока нет. Все. Ладно. На. Ну, ты что, жадничаешь? Что вам надо? Пока смотрю я вот. А вы мне брали пробу? Не, пока, спасибо. Молоко, сыр. А почем молочко-то? А? А, 80. Брынза? Не, спасибо. А вот и рис всякий, смотри. Где зира для пробы такой, как здравствуйте? Проходите вперед. Проходите там вперед. Сметана, брынза, подушина. Не-не-не. Не, спасибо, нет. Мы пока просмотрим сейчас. Творог утренний. Утренний, да? Я смотрю, у вас написано прям все хорошо, очень разнотравие, а вот здесь у вас идет
Боярышник, шиповник, акация, шалфей. Это сад, это садов, да? Да, да. А вот этот белый, это такой светлый, в смысле? Это мазь на основе воска. А, это мазь. А для чего? Ожоги, трещины, пальцы, рук. А ее как крем для лица. Сколько крем стоит? 150 и 100 маленькая. Это вот такая маленькая 100, да? Да, да, да. А что там состав, что туда входит? Воск прополиса. Серодавняя масса и желтый лучок, понимаете? А хранить где в холодильнике? Как хранить? Хранить в холодильнике. Ее втираешь, понимаешь, либо ранки или что, спина болит, коленки, ну знаешь, люди берут. Курочка, яйца. Копченая перепелка. Копченая перепелка даже. 200 рублей. Это вкусно, это как одинаковые. Ну, по весу они разные. Это тяжелее, это легче. Это по размеру у вас отличается цена, да, получается? И размер, и вес. И вес. А вот да, эти перепелиные? А это перепелиные домашние. Нет, это по чё? 160. 20. Это в стакане 20, да? И по 80, смотри. Но это получается не домашний, видишь? Да, это... Маркировка. Если там маркировки нет, наверное, как вариант, не домашний. Уточка, курочка еще молодая, свежая. Пока сейчас мы думаем, мы сейчас ходим. А, половинку даже можно? Да, возьмите, это очень выгодно. Мы сейчас подумаем, пока мы спасибо выбираем, сейчас пройдемся, поглядим, спасибо. Свежие. Печеночки, желудочки. А, и печень есть. Конечно. А почем вот этот набор? 350. 350 это... Килограмм. Или желудки, или, или все вместе? Килограмм. А, ну и желудки, и это все вместе. Могу взвесить, сколько вам надо. Нет, я имею в виду, что и желудки в перемешку. Да, 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 все там. Они с цыплята, молоденькие, молоденькие. А, и с цыплята, понятно. А, вот и перепела домашняя. То, что мы выращиваем, да. Все свежее. А как их готовят? А то что-то мы жарили их, они все сгорают. А вы не умеете. Вот и вот, и вот, и вот. А что ты... сразу говорю, бульон, если вместо, ну, суповой, как суп варить, это просто вкуснее не бывает. Уточки под рога. Мне пока спасибо. Вот. Кролик? А, кролик домашний 650. Да. А я... Не индейка у вас? Да, индейка. А, индейка? Да. А почем она? 650 тоже. 650, ага. А? И утка. Мулард это получается у вас этот, это... Вот мулард. Это белая утка, это индоутка. А чем они отличаются? Ничем? Чем отличаются? Разные. Это белая утка, это мулард, это индоутка. А, ну я имею в виду по вкусу, по жирности они отличаются, да? Вот по... Конечно. А, отличаются. Белые же самые жирные идут. Это ага, менее жирные, это вообще не жирные. Это суховатые, короче. Уточка, пожалуйста. Что тебе выбрать? Смотри, уточка молодая, индоуточка. А это кролик? А, кролик. А, кролик. На, лапочка. Оксан, вот по 75, по 80. Хорошая, я слушаю 70... вас. Мы пока смотрим. Вот это 75 у вас это... Молотка. Ага. Ну они заводские, да, с клеймом? Потому да, что... конечно. Ага. Это все заводское. У нас фермерское. Без клейма только, вот смотрите, вон, 130, это фермерское. А, это вот это вот, которое? Да. Это такое крупное. Яйцо? А яйцо почем у вас? 150, девочки. Сколько? 150. А утка? Вот это вот индоутка. Больше 2 килограмм за 850. 800 рублей за килограмм? Вся. А, вся? Больше 2 килограмм. Вот, вот смотрите, молодая. Не нужно это нам, да? Это питу домашнюю. Не, пока спасибо. Вот. Пожалуйста. Сало 550. Ну. Кровянка 280. А это жареный 550, да? Нет. А как, что это? Это домашняя колбаса, хорошо проваренная. А, просто такая вареная, в общем. Оболочка, хорошо проваренная, холодная. Не режьте, я это... Отрезал, все, холодненько, холодильники работают. Готовые. Это... Я не помню какого. Да я же думаю, что ходили разбираться.
Ну нет, это что-то 200 рублей. Пойдем посмотрим, где побольше, да. Сельдерей, кинза, зелень нам не нужна, щавель. А почем все это? Это по 30-35 и щавель 35. Очень хороший. А кинза, сельдерей? Кинза 50, сельдерей 30. Показать, что... Не-не-не, пока мы сейчас думаем, что... Да. Все понятно. Выбираем зелень, что вас интересует. Сколько вот авокадо стоит у вас? А? Авокадо сколько стоит? 150 рублей. 150, да? За штуку? Ну, конечно. Лайм есть, мята есть. А? Лайм есть, мята есть для напитка. У для нас макита. Есть, да, есть лимон? Лимон есть, да. Лимон. Ягоды всякие, смотри, сколько. А земляника-то откуда у вас? Из дома. А, и домашняя? Конечно. А с почем земляника? 450. Дыня 100 рублей. А почем? А, по 100 рублей, ага. А это персик откуда? Персик наш, ромайки. А сколько как называется? Зов какой, наверное, как называется? Чего? Вот это. Франк. Франк. Он очень сладкий, сочный, от косточки отделяется. Новик хороший, да? Возьмем? Ну, давай возьмем, а что, куда идем? Где? Что-то я не вижу, потому что больше нигде. Если еще пройтись, чтобы посмотреть. Ну, такой нам давай. А подскажите, да. Инже, сколько цена? 200 килограмм. А вот в этом лоточке сколько будет? А надо взвесить. Ну, там нет килограмма вроде бы. А-а-а. И что, возьмем? Давай возьмем лоточек. Крупный, да? Такой. Мягкий? Ну, да. 50 рублей килограмм. 130. Огонек. 60. Користан. У нас персик, инжир. Какой-то мягкий, смотри, вялый какой-то. Я боюсь этих не надо брать. Еще есть. Ладно, хорошо. А вон, смотри, на пробу. 60 рублей. Крымский медовый. А вам побольше, поменьше? Такие арбузы. 200 рублей килограмм, здесь 150. Но у нас немножко такой тут... Свежий, короче. Ну да. О, и семечки есть. Не хочешь? Нет. Ну, этих вот тыквенных, я имею в виду. Погрызть. 20 будет у вас? Будет. Дайте, пожалуйста. Так, это было, сейчас. Дайте, сейчас я вам сколько покажу мелочи. Давайте, жду вас. Это будет на 54 рубля. Дайте, так, чтобы было 4 рубля. Так, давайте. Оксан, арбузы у них по 40. 84 рубля. По 50 рублей. Вот в них тушить есть. А у меня есть, куда же? Вот, ладно, я бери, что-то, давай я возьму. Давай, я возьму. Все, пошли дальше. Белый лебедь, Джанкой. Ага, мы смотрим, спасибо. Вот эти, смотри, специи всякие. Цветы. А вон парикмахерская, смотри. Мужская стрижка 300. Эти барбосы. Ну, соленья. А почем? Не пробовать, я просто спросить. Я 100 рублей 100 грамм. Баранина все у вас, да? Баранинки нет, вообще завтра будет. Все продали. Нет. Ну, что, какой-нибудь кусок попроси. Ну, ты тут вот? Ну, что-нибудь давай сейчас узнаем. Да, чтобы мясо было, Рома. Вот он целый завод, мы его порубили на две части. Шея пойдет на шурку. Ну, кусочек тоже. Ну, да, наверное. А, сюда подпишите, я подпишу. А, и сюда? Да, это вот сюда, это их нет. А-а-а.
А? А нас барашки интересуют. Почем у вас? Такие кабачки 650, антрикот 5000, 6900. Ну что, а антрикот? Вот это вот на кости, это что это? Вот? Это лопаточка. А там большая косточка? Ну, вот здесь вот суставчиком идет. Здесь тоненько, тоже суставчик. А, ну тоже. А посоветуете вот пожарить, чтобы мясо? Она вся идет, брат. Это же ягнята. Она даже если гавушки возьмете, как семечка. Постоянно, когда остаются, вот те вот рябушки мы забираем, прям так на шампуран нанизываем между двумя рябушками. Ну вот, посетили мы волшебный кеточинский рынок. Идем обратно. Честно говоря, кто-то просил меня в комментариях что-то снять, обещал, но вылетело из головы что. Если не снял, то извините.